Привет всем! Я сейчас буду готовить сладкую картошку батат. Купила вот две штуки. Вообще-то я еще ее не пробовала, как она на вкус. Купила первый раз попробовать. И как раз вместе с вами буду и готовить, и пробовать. Много видео смотрела рецептов. Там и картошка пюре, и в духовке, и вареная, и суп всяких есть. Я так посмотрела, и мне так на взгляд понравилось в духовке ее заделывать. Вот и буду заделывать в духовке. И что для этого у меня есть? Картошка сладкая, батат. Я ее помыла, шкурку чистить не буду, там тоже со шкуркой было. Подсолнечное масло. И тут три вида приправ. Это как грилла, она такая крепенькая. Это простая эта приправа. И петрушку возьму. Так, я буду ее нарезать дольками. Она довольно крепкая. Вот такая оранжевая она. Как морковка выглядит. Морковка чуть-чуть оранжевая. Это такая светло-оранжевая. Такая очень интересно выглядит. И я вот такими наверное, нарежу. Духовка уже у меня разогревается. Сразу сковородку буду крошить. Так, сковородку я такую маленькую взяла, потому что у меня только две картошины. Я думаю, места хватит. Это тоже такая, видно, довольно оранжевая. Она, как читала, очень полезная. Конечно, я скажу, дорогая. Не из дешевых. Интересно ее самим посадить. Как вырастет, не вырастет, то-то интересно. Сажал ее. Вообще-то я видео видела. Она мороза, наверное, боится, не боится. Видела видео, как другие сажают. Вообще-то я сначала ее, наверное, вот так вот сложу. Чтобы легче будут приправы всякие. Так, вот так вот посыплю прям на нее. И мне захотелось попробовать тоже картошку такую. Если понравится, буду еще покупать. А если нет, то и нет. Так ее. Можно еще будет чесночок. Чесночок, я думаю, в конце. За маленькая чуть-чуть сковородка. Она, я думаю, когда готовится, она уменьшится. Такие кусочки большие. Я думаю, будет нормально. Так, подсолнечное масло. Полью вот так. Много не буду. Чуть-чуть так полью. И размажу. Ее так, чтобы было. Можно даже по одну так, другую так вот сложу. Чтоб одна была повернута, а другая развернута. Так, петрушку я потом, еще чесночок начищу. Это чуть-чуть попозже, то он более-менее в духовке может сгореть. Сейчас в духовке на 180 градусов. Там, как говорили, где-то 40 минут делается. Это значит на полчаса, а через полчаса тогда укроп и петрушку. Укроп, петрушку и чеснок. А теперь в духовку. Так, полчаса она поготовилась мне. Теперь посмотрю. Она уже
считай, мягкая. Так, что-то тут перевернуть может быть. Так, ну теперь как раз нарезала я чесночок мелко. Вот, чесночок добавлю. Так, немножко распределю так. Масло добавлять не надо. Да, она еще чуть-чуть и будет готова. И как раз петрушечку сушеную. Свежая еще не выросла. Так сушеную добавлю. Вот. Немножко попробую, как соли. Чуть-чуть надо добавить. Немного, но надо. Вот. И теперь еще на минут, может, 15, пускай в духовке потушится. Так, ну вот уже готова картошечка, батат. Так. С одной стороны она вот подпеклась, такая мягкая, как пюре такая уже мягкая. Вот. Да, она вся уже так подпеклась хорошо. Вот сейчас ближе покажу. Вот так вон она выглядит. Тоже еще как подпеклась, она такая оранжевая. Вот, чесночок не подгорел. Так, ну что, буду пробовать, как сладкое, не сладкое. Первый раз пробую. Как говорится, первый раз пробуешь, загадывать желание надо. Ну, желание загадала. Да, вкус такой интересный. Вкус такой, как есть такая тыква даже, такая картофельная тыква. И вкус картофельной тыквы по коже. Такая есть тыква, как картошка, такая мягкая, есть тыква другая. Их много видов есть. Ну и этот вкус точь тыквы, этой картофельной. Ну, мне понравилось, довольно вкусная. Да, вкусно. Если что, я все куплю, буду делать. Ну, конечно, часто и не сделаешь, она дорогая, но мне нравится. Так что очень вкусно. Советую. Не знаю, как другие рецепты, но этот мне понравился. Очень вкусный. Так что вот такое у меня новое блюдо в моем рецепте появилось. Буду тоже готовить, пробовать. И советую вам всегда что-то попробовать. Приготовить, сделать. Я много пробую, что, ну, конечно, все не снимаю. Забывается. То быстро надо готовить. Ну, и сейчас будем все садиться за стол и все пробовать. Так что всем хорошего дня и всем пока!